Что гармошка? Что за гармошка? Гармошка сделана из здесь немецкая гохнера планка. Планка, цинковая планка. Выстроена в си миноре. Корпус сделан из переделан из аккордеона. Ну, а теперь расскажите об этой гармошке. Тональность. Ля диез. Ля диез. Гармонь тональности ля диез. Абсолютно новый гармонь. Ее надо еще раз заигрывать, он не разыграна. Корпус, я вижу, с чего? Как корпус? Корпус государственный? Корпус самодельный. Так. Все самодельное. Все. Это гармонь искусно. Самодельный и меха самодельные. Мех абсолютно новый, который стоит сейчас, чтоб при изготовлении стоит 2500. Поехали. Медлячок, медлячок. Так, что вы расскажете о гармошке? Эта гармония сделана еще сразу после войны. Здесь стоит чисто гохнеровская планка. Воздух держишь полностью. Вот. Ну, смотрите, вы нажимаете клавишу, уберите пальцы оттуда. Не нажимай. Бежит. Но если кому надо, тот водит. Так, хорошо. Тональность. Тональность в ре. Медлячок. Абсолютно новая, даже еще не разыграна. Она играет хорошо, но будет играть и лучше, если на ней кто-то будет играть. Новый мех, новая клавиатура, новое все. А ремни, правда, старые. Почему? Потому что они, гармонь сама искусственная. А ремни какие? Мог достать мастер, те и повесил. Ремни – это не гармонь, конечно. Так, да. А? Гармонь в до. Гармонь? В до. Да. Поехали. Thank you.
теперь быстренько что-нибудь. Теперь медленно. Что это за гармонь? Расскажите. Это гармонь одного из лучших мастеров, которого уже нет в живых, Чиникала. Чиникал был такой, один из лучших мастеров города Кременчуга. Он эту гармонь делал. Он ее делал лет, наверное, 20 этой гармошки. Но она до сих пор играет прекрасно в состоянии. Она проиграла очень свадьбу вроде. И на сейчас до сих пор она мелодична. Она в си миноре. Ну, что-нибудь медленно. Теперь быстренько что-нибудь. Расскажите, пожалуйста, об этой гармошке. Это абсолютно новая гармония, новый мех, воздуху полно, сколько хочешь. На ней мало кто играл, ее еще пора разыгрывать. Тональность до. Ну а теперь полечко, что-то быстренькое. Быстрое, да? Да. Что-то такое живое. Мажорное, да. Я смотрю, там есть регистры. А? Регистры есть. Есть регистры. Так, ну давайте попробуем. Немножко есть регистры. Ну давайте что-нибудь такое. Более... Ну, быстрые регистры там. Медленно. Ну, быстрое одно регистр, один, потом второй регистр. Пробуем. А теперь второй регистр. А я первым играл уже. Ну, другой регистр. Я вижу, там их два. Это давай. За саму музыку, да? Ну. Скажите об этой гармошке. Это гармонь на латунной планке. Этой гармошке, как говорят, цены нету. Дело в том, что сколько я играю, эта гармошка выпуска 36-го года. Эта гармонь играла перед свадьбой, наверное, тысячи свадеб переиграла. Она не меняет свое, как говорится, это. Качество. Качество, свои звучности, свои все. Вот. Ну что еще? Борис Иванович. Я вас слушаю. Ну, сыграйте нам что-нибудь быстренькое. Пожалуйста. Что? Ну, полечку. Что-нибудь. Полечку, краковяк, что-нибудь быстренькое. Сыграй, да? Да, быстренькое что-нибудь. Я начну с вальса. Да. Давайте вальсов. Thank you.
Спасибо. Так, що можете сказати о гармошці? Що я можу про гармошку сказати? Корпус здесь полтавського аккордеона, а планка італьянського аккордеона. Планка здесь цинк з італьянського аккордеона. Високозвучний, високосотний. Сам корпус абсолютно новий корпус. Так що... Расскажите за гармошку. Не надо ничего больше играть. Расскажите за гармошку. А, то я не буду рассказывать. Эта гармонь сделана из немецкого баяна. Гохнер баян был. Планка полностью взята с него. Но поскольку она уже не играет лет, наверное, 8 или 10, потому что у меня их море, я не могу их проиграть. Некоторые голоса надо чистить. Все. Все, что... Она бесподобная гармония. Играет. На ней играл, играешь, и играть хочется. Тональность. Тональность в си миноре. Радиогармония. Она начинена, полностью начинена радиоаппаратурой. То есть герконами. Это электрогармония. Закон. Электрогармония. В резонансе. Вот. Трехтонка. Не хватает сюда, что нету здесь усилителя, нету связь микрофона. И короче, мы это делаем. Ее только подстоит. Это электрогармонь. Играй. Играть я ее особо не играю. Почему? Потому что она на прямых, а я играю на геобразных. Ну, попытаюсь. О, да. А медлячок что-нибудь? А? Медленное что-нибудь. Все. Быстрый, быстренький что-нибудь. Расскажите за гармошку. Эта гармонь сделана в Италии, продана, аккордеон был в Италии сделан, продана в Америку, с Америки он пришел в Кременчуг. Кременчугские мастера переделали, забрали планки, писали, поставили ее, поставили у полтавский аккордеон. То есть там алюминиевая планка, белая? Ну, здесь цинковая планка, не белая, нет. А цинковая, да? Цинковая планка. Это гармонь, как говорится, золотая гармонь. Она только-только, на ней можно играть и вальсы, на ней можно и мажорные, минорные. Какие хочешь музыки, она очень веселая, компанейская, у компании это золотая гармонь. Так называемый французский строй. А теперь что-нибудь медленное. А? Медленное, вальсок там.
расскажите об этой гармонии. Тональность соль? Тональность со минор. Так. Очень приятная тональность, очень приятный, высокий, хороший звук. Гармонь держит воздух, хотя она и не такая уже новая, хотя она немножко и совсем это... Но прекрасная гармония, держит звучание, прекрасное звучание, прекрасно все. Планка какая? Планка, белая планка, надо дать должное. Если у тех всех цинковая планка, Гохнер, то это и белая планка, при том с итальянского аккордеона. Все, спасибо. Медленно что-нибудь, пожалуйста. А про гармошку говорю, что здесь цинковая планка. Чуть-чуть надо почистить. Это песня. Цинковая планка. Держит воздух. Воздуха полно, смотри. Полно воздуха. Вот. Не-не-не-не. Воздуха полно. Это раз. Во-вторых. Возьми новую. Да. Новую абсолютно с магазина. Она будет вот так стоять. Смотри. Вот так. Проверяется гармошка. Вот так. Бачите? Ну это что, не держи воздух? Держит. А что ты держи. Хочешь? Относительно гармонь. Я же имею... Гармонь 1936 года. Пиши, пиши, 36 года. Медленно, теперь медленно, пожалуйста. Ну, а теперь... Да. Так, одну минутку. А теперь, пожалуйста, об этой гармонии. Я этой тональность. Гармонии скажу. Что за гармония? Планка какая? Планочка здесь белая. Белая планка, цинковая. Не цинковая, белая планочка. Это четвертушечка аккордеона. Корпус итальянский. Это был итальянский аккордеончик. Она звучит очень мелодично, приятно. Это гармошечка для начинающих детей. Поехали. Медленно теперь. Тональность ре. Так. Тональность ре. Хорошо. Я вижу корпус от весны. Там переделана или нет? Здесь гармонь перестроена полностью на кременчугский строй. Г-образная здесь басовая. А все вроде остальное. Но построена, она, как говорится, поднята. Это не чисто государственный строй державный. А построена, как говорится, построили мастера. Я уже не помню кто. Точно, но пристроена. Вот. Абсолютно новая гармонь.
расскажите об этой гармонии. Расскажите что-нибудь. Все, не надо играть. Что об этой гармонии? Расскажите что-нибудь. Это итальянский аккордеон, переделан на кременчугскую гармонию. Тональность я даже не знаю, какая. Ну, сейчас узнаем. Сейчас узнаем. Так, переделан, да? Вот, да. Переделано итальянский. Тут стоит цинковая, говорится, германская планка. Может, даже итальянская точно. Вот. Тут, не помню уже, потому что их много, у меня много. Здесь музыка, здесь гармонь. То, что может кто-то это... Может быть, мех хороший, воздух держит, не пропускает воздуха, не пропускает, но звук...